4 марта. Робот против человека. Современный робот – удивительное создание, чрезвычайно умное, почти человек. Интересно, может ли робот думать и чувствовать, и есть ли какое-то различие между роботом и мной? Конечно, есть. У робота нет сердца, и его компьютер спроектирован для выполнения определенного набора аналитических задач. При всей сложности схем, заложенных в нем, робот может выполнить лишь то, что запрограммировано. Все его действия предсказуемы. Я не робот, я живая. В отличие от любого самого хитроумного изобретения, я могу выбирать, чтобы действовать не так, как действовала в прошлый раз. Меня отличает от машины моя незапрограммированность. Она делает меня человеком, по крайней мере, так было до тех пор, пока я не столкнулась с наркоманией. Теперь мне ясно, с того момента, когда я осознала, что тот, кого люблю, бесспорно зависимый, я пытаюсь справиться с ситуацией, постоянно говорю и делаю одно и то же. Я ворчу, даю инструкции, кричу, страдаю и волнуюсь, снова и снова спасаю. Словом, превращаюсь в робота, запрограммированного на наркомана. На самом деле я даже непроизвольно использую фразы, точно характеризующие то, что во мне происходит. Я говорю, что зависимый управляет мной, нажимает на мои кнопки. Применение программы Наранона во всех наших делах – это альтернатива жизни и автоматическом режиме. Сколько полезных подсказок, опыта, силы и надежды получаешь на каждом собрании группы. Я, например, узнала, что проживать свои чувства в полной мере – это прекрасно, но нужно серьезно все взвесить, прежде чем действовать под влиянием чувств. Я могу сделать паузу, могу рассмотреть свои побуждения, могу оценить последствия своего поведения. Я могу выбирать, какой мне быть, и я выбираю осмотрительность и непредсказуемость. Медленно, наверное, я становлюсь все более и более живой. Размышления на сегодня. Благодаря Наранону я снова становлюсь человеком. На мои кнопки все еще нажимают, но они уже не подключены к переключателям, которые автоматически включают во мне старые стереотипы поведения. Кроме того, и другие жизненные ситуации, помимо наркомании, уже не вызывают во мне ту же самую автоматическую реакцию. Цитата. «Максимально используйте себя, поскольку это все, что у вас есть». Ральф Эмерсон.